Полиция Германии сообщила Генеральному консульству Казахстана об обнаружении тела женщины недалеко от города Бенсхайм. По устной предварительной информации местной полиции, по внешним признакам тело принадлежит Айгуль Сайлыбаевой. Сейчас ее родные находятся в Германии, им оказывается консульско-правовая помощь. Правоохранительные органы ФРГ ведут соответствующие следственные мероприятия. Криминалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу. Иная информация об этом деле не разглашается в интересах следствия. Напомню, 3 июня близкие Айгуль Сайлыбаевой заявили о ее пропаже в Германии. Они подозревают, что женщина подвергалась насилию со стороны свекрови и супруга.